Добрый день, доброе утро, добрый вечер, кому как, в зависимости от того, откуда вы смотрите сегодняшний вебинар о Словакии. Меня зовут Любица, я руководитель зарубежного представительства по туризму Словакии в Российской Федерации и странах СНГ, и очень рада сегодня с вами встретиться. Дайте, пожалуйста, знак, слышно ли меня, видно ли меня, чтобы я знала. Все, отлично, отлично всем, кто отозвались. Итак, давайте начнем. Я вначале, как всегда при вебинарах про Словакию, вкратце скажу актуальную ситуацию. Все регионы, все области, все города, села и деревни Словакии в зеленой зоне. То значит, Словакия полностью перешла от осторожности к мониторингу определенных областей. Так что стараемся, чтобы та ситуация, которая сейчас была и после лета, увидим, как у нас получится. Посмотрела сегодня также актуальное количество вакцинированных в Словакии. Итак, к сегодняшнему дню первой вакциной уже вакцинировано 2 253 000 граждан Словакии, 3 000 граждан Словакии, второй вакциной 1 980 600. Так что все прибавляются вакцинированные, и я опять очередной раз напоминаю, что эта цифра 2 250 000 очень хорошая, потому что должны иметь в виду, что население Словакии всего-то 5 миллионов, причем всех, там включая и детей. Так что можно с полной уверенностью сказать, что вот первой вакциной половина взрослого населения уже вакцинирована. Будем стараться и дальше. Что еще хорошего я бы хотела сказать? На этой неделе я узнала, прочитала информацию российского МИДа, которая поступила в посольство Словацкой Республики в Москве. И обнадеживающая информация, потому что когда откроются границы, самое главное, что нам будет нужно, помимо того, чтобы были готовы все субъекты туризма в Словакии принимать российских туристов и туристов из СНГ, нам, естественно, нужен транспорт, лучше всего воздушный. Итак, информация: Росавиация дала разрешение Нордвинду, или северному ветру, как хотите, но Нордвинду дала разрешение на полеты Москва-Братислава. Естественно, все это начнется, как откроются границы. Собирается Нордвинд летать 7 раз в неделю. Сразу после того, как поступила эта информация, естественно, я позвонила в Победу, которая летала до этого. В Победе меня убедили, что они тоже собираются летать. Но увидим, как они между собой договорятся. Но чем больше полетов, тем больше туристов, все, чтобы все было обеспечено, пожалуйста, смотрите. Информацию, я все актуальные информации, что касается открытия границ, если что-то меняется, или правил въезда, для кого въезд, потому что, к сожалению, Россия пока остается в красной зоне, и въехать в Словакию могут только те граждане России, у которых постоянное или долгосрочное проживание, разрешение на проживание в Словакии или по учебе, предпринимательство, работа, а также те, которые получили разрешение Министерства внутренних дел, то значит родственники в определенных случаях или люди, которые, у которых есть подтверждение медицинского учреждения из Словакии, что им будут делать какую-то операцию. Хочу вас единственное предупредить, это пока не касается курортов. Но я думаю,
что скоро все будет в порядке, и опять поток российских туристов в Словакию, и, естественно, и словацких туристов в Россию, потому что за последние годы был рост числа российских туристов в России, опять пойдет вверх. Так что смотрите Facebook, страничку на Фейсбуке зарубежного представительства по туризму. Я как передам слово своему коллеге, я потом выложу все координаты и зарубежного представительства, и координаты двух туроператоров, которые со мной сегодня будут выступать, в общий доступ в чате. Будут у вас вопросы, можете писать в чат, то значит, что касается и меня, и что будет касаться моих коллег. Можете потом прямо писать коллегам, можете прямо мне писать на e-mail, мне можете даже звонить. Все субъекты туризма в Словакии, вы это услышите, увидите и сегодня, понимают, что после того, как закончится пандемия, не люблю я это слово, но куда от него, и откроются границы, иностранные туристы, в том числе российские туристы, в достаточно большей мере будут отдавать предпочтение, может быть, индивидуальным семейным турам или мини-группам, а не большим групповым экскурсиям. Возрастет, естественно, интерес к лечебным турам, экотуризму, активному летнему и зимнему отдыху, хайкингу, трекингу, велосипедным турам, зимой катание на лыжах. В этом смысле Словакия может предложить разнообразный отдых на природе, агротуризм, романтический или активный отдых с проживанием в небольших отелях, семейных, исторических, горных, а также пансионатах, традиционных домах, избах, на фермах. Помимо жизни в деревне, посетителей ждет также знакомство с регионом, в котором находится то место проживания, которое туристы выберут. Вы можете познакомиться с памятниками архитектуры, народными традициями, прогулками по тропам над коронами деревьев, пешим туризмом, велоспортом, как я уже говорила, купание в природных и искусственных водоемах, рыбалка, зимой упоминала катание на лыжах. И учитывая этот эпидемиологический период, эту пандемию, словацкие лечебные курорты подготовились и для своих клиентов предлагают, и для иностранных клиентов будут предлагать пакеты по повышению иммунитета, а также по лечению постковидных синдромов. О лечении постковидных синдромов я рассказывала в вебинаре на Profi Travel в понедельник 26-го. Презентацию про лечение постковидного, и плюс там была презентация самого крупного, знаменитого и лучшего курорта Словакии Пьешťan, плюс курорт Смрдаки, вы можете увидеть и посмотреть в архиве вебинаров на Profi Travel. Еще немножко вернулась к курортам в среду 28-го, когда я делала презентацию «Лето в Словакии», и когда выступала также представитель Жилинского туристического края, одного из самых богатых на туристические объекты, природные, исторические, культурные региона в Словакии. И тогда была небольшая видеопрезентация очень симпатичного лечебного курорта как раз из этой области Жилинской, Раецких теплиц. Опять-таки можете посмотреть в архиве вебинаров на Profi Travel. Также вы можете прочитать на страничке Profi Travel в новинках две симпатичных статьи. Одна из них как раз про лечение в словацких курортах. Вторая есть про гастрономию, о которой мы узнаем сегодня.
И как раз прекрасная традиционная кухня из экологически чистых продуктов много кому интересна. Гастрономические туры все больше в мире котируются, все больше появляется так называемых гастротуристов, которые не только приезжают в зарубежные страны, чтобы попробовать блюда национальной, традиционные блюда национальной кухни или напитки, в том числе вино, пиво, крепкие напитки, но также стараются узнать, как что растет, как что делают, и попробовать также своими руками приготовить себе новый сорт вина, например, смешиванием разных сортов, или приготовить себе обед или ужин. Об этом мы сегодня тоже узнаем. Итак, сегодня с презентациями выступят перед вами представители двух словацких туроператоров, принимающих, которые очень плотно до пандемии работали на российском рынке и рынке СНГ, работают до сих пор, готовят пакеты очень интересных туров для российских туристов и туристов из стран СНГ. И они вам расскажут об интересных экскурсиях по Словакии и соседним странам, комбинированные туры, немножко о своих фирмах, а также о том, как весело, интересно и с пользой можно узнать секреты словацкой гастрономии. Итак, мы сегодня увидим представителей туроператора Е-Трево СК и туроператора Трипито. Разрешите мне сейчас предоставить слово и картинку Андрею Станику, менеджера словацкого туроператора Е-Трево. Андрей, тебе слово, пожалуйста. Убица, спасибо за представленное слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня слышно. Если вы мне можете написать в чат, пожалуйста, слышно ли меня или нет, было бы замечательно. Спасибо. Тогда меня слышно. Еще раз, меня зовут Андрей. Я представляю крупнейшего словацкого туроператора компанию E-Travel. Мы на рынке с 93-го года и предлагаем все услуги наземного обслуживания по Словакии и Центральной Европе. Но мы уже сейчас довольно плотно вновь работаем после пандемии, хотя еще закрыты словацкие границы для российских клиентов, но мы не только сосредоточимся на Россию, мы занимаемся, можно сказать так, у нас клиенты из всего мира, поэтому у нас уже есть клиенты, например, с США, и сейчас на выходных у нас будет группа из Венгрии в Братиславу, и сейчас как раз мы отправили обратно домой группу футболистов из Кипра, которые играли свой матч Европейской лиги в городе в Жилине, в Словакии. Извини, Жилина выиграла, надеюсь. Да, Жилина выиграла. Можно продолжать, спасибо. Да. И Жилина будет играть сейчас с клубом из Казахстана, из страны СНГ. И, например, сейчас это будет в следующий четверг, будет у нас и другий клуб Макаби Тель-Авив из Израиля. Про нашу компанию, как я сказал, мы принимающий туроператор, работающий на рынке с 93-го года. Мы
русскоговорящая компания, все наши предложения и наша страничка, они на русском языке, с нами можно общаться на русском, предложения и по группам, а также индивидуальным клиентам присылаем на русском языке, предлагаем все услуги наземного обслуживания, как трансферы, экскурсии приватные, а также групповые по Братиславе, экскурсии однодневные из Вены в Братиславу и обратно из Братиславы в Вену, которые пользуются довольно большой популярностью. У нас есть и своя система B2B бронирования для партнеров, где можно посмотреть сразу наличие места в отелях, и можно уже сразу бронировать. У нас в этом году появилась и новая страничка, которая на русском, в том числе на русском языке, она кроме русского еще на английском и испанском языках. В страничке есть и раздел B2B, где можно подключиться, и там можно посмотреть все наше предложение, которое касается индивидуальных туров, как, например, тур выходного дня в Братиславу или разные экскурсионные туры, как, например, Словакия поездом, которая представляет собой сочетание Братиславы и высоких и низких Татьер. Это Братислава, город и горы. Вот это так выглядит. И если нажимаете на... Либо можно выбрать экскурсии, либо программы, и потом нажимаем, и уже сразу показываются туроператорские цены. У нас, как я сказал, есть и разные интересные экскурсионные туры, как, например, тур выходного дня, или Словакия поездом, или Словакия история и природа. Например, вот эта программа «Словакия история и природа» в этом году пользуется очень популярностью на испанском рынке. Есть у нас несколько клиентов, которые уже бронировали вот этот тур, который сочетает новую Братиславу и регион северной Словакии, который очень интересный. Ну и потом есть у нас еще из активного отдыха трекинг, готовыми велосипедное предложение. Поэтому если вы посмотрите нашу страничку, там можно открыть себе вот какие туры мы предлагаем. Потом на страничке можно посмотреть, что тур включает, какая программа тура, есть там и карта, где показаны расстояния, и что цена включает, и к некоторым турам у нас есть и ролик, который можно посмотреть, и там вы увидите, что тур включает. Вот, например, как сказал, карта, и там указаны все пункты, которые клиенты посетят. В Словакию, как Убица сказал, можно удобно добраться до коронакризиса, это победа в Братиславу. Почти каждый день сейчас должны открыть и маршрут полет из Питера, и потом Венский аэропорт, он
только 35 минут, 40 минут от центра Братиславы и Венский аэропорт там, по-моему, летает 6 или да, до корня летал 6 или 7 полетов еже, ну, каждый день, поэтому можно хорошо добраться в Словакию. Словакия наша национальная валюта, это евро, это довольно преимущество в сравнении со странами, как Чехия, Польша и Венгрия, которые еще пока имеют свои национальные валюты. И у нас мы страна, в сравнении с Западной Европой, еще довольно бюджетная, у нас недорогие цены. И отели, например, в Братиславе цены ниже, чем в Вене, но мы не самая бюджетная страна. Например, регион Братиславы является сейчас под статистикой Евростата пятым богатейшим регионом Евросоюза, даже Братислава преодолела Прагу. Поэтому невозможно ожидать, что, например, цены в Словакии будут такие, как, например, в Румынии или в Болгарии. Вот. На нашей страничке имеем раздел новости e-travel, новости здесь только на английском языке, но они уже подготовлены также на русском языке. Там есть, например, всякими там вкладываем какие интересные события состоятся в Словакии, что можно посмотреть. И сейчас, что очень требовано, какие есть там и какие условия для посетения Словакии. На сей день, ну, Словакия, она вот стремится, чтобы побольше людей вакцинировалось, и пока в Словакию свободно могут посетить люди без ограничений, которые вакцинированы Pfizer-ом, AstraZeneca и Moderna и Johnson. И, ну, так как в Словакии разрешено и несколько людей в читании бывшего министерского председу вакцинированные спутником, есть вероятность, что Словакия будет, ну, она включит в список вот этих разрешенных вакцин, также спутник. Поэтому будем надеяться, что скоро откроются границы Словакии и для клиентов из России. Как я сказал, у нас есть и B2B система бронирования для наших партнеров. Можно бронировать сразу отели, а также трансферы. Вы получите пароль и логин, и потом можно уже сразу посмотреть, например, вы выберете себе, что хотите посетить, и ваши клиенты в Братиславу, выберете даты, и потом уже выбираем из отелей, которые доступны, и выбираем типа тип номера. Все
как говорится на английском, user-friendly, удобно эта система работает довольно. Она не тяжелую систему понять, поэтому там можно сразу бронировать. Как я сказал, у нас готовые пакеты, они не только размещены на нашей страничке, но можем также их прислать в электронном виде. Для партнеров имеем хорошие туроператорские цены. У нас все цены нету, и партнеры уже для, согласно своему уважению добавляют свою комиссию. Но у нас есть по отелям и по трансферам очень хорошие цены, по отелям цены сравнительные и иногда и ниже, чем у глобальных систем, как Hotelbeds или Kony, GTA. Мы стараемся всегда добавить какие-то скидки, спецпредложения, разрабатывать, чтобы мы остались конкурентоспособными. Так как все столицы Центральной Европы, они расположены рядом друг с другом, из Вены в Братиславу это только 50 минут на машине, час на автобусе, Будапешт от Братиславы только 200 километров, вот это где-то 2 часа на автобусе у нас есть, и готовы туры, экскурсионные туры, которые соединяют либо Будапешт, Братиславу, либо Вену, Братиславу, либо все три столицы сразу. Вот эти программы были довольно популярны также на русскоговорящем рынке до короны. Сейчас можно сказать, ну, прежде всего в туризме, мы вот делаем так время, что было до короны, что есть по короне. Но будем надеяться, что уже по короне. Спокойно Словакии мы предлагаем, в том числе основные ведущие спокойно Словакии, как Песчаны, Бойницы, Турчанские теплицы, Тенчанские теплицы, Дудинцы, Рецкие теплицы у нас там. Хорошие цены, предлагаем все услуги к спокойно, там как трансфер на спокойно, поддержка клиента, так как спокойно это не только горячая водичка, но в основном, чтобы спокойно лечил, его надо тщательно выбирать и надо соблюдать рекомендации врача. Я помню, что иногда бывают клиенты, которые нам жалуются и звонят нам в офис, что им врач назначил физкультуру, и они физкультуру не хотят побольше водички, побольше массажей, поэтому да, но мы всегда стараемся и клиентам объяснять, что надо соблюдать рекомендации врачей и что нужно и немножко физкультуры, поэтому чтобы курорт помог укрепить здоровье клиентов, надо его тщательно выбирать. У нас на словацких спа-курортах там русскоговорящие специалисты, врачи, поэтому можно свободно общаться, и персонал спа-курортов владеет довольно хорошим русским языком, поэтому для клиентов
все удобно, нет никаких проблем. На самом деле словацкий язык не так сильно отличается от русского, если говорить медленно, мы можем друг друга понять. У нас есть отдел, который занимается майсом и инцентивой. Как раз последняя инцентивная группа, которая у нас была, это была группа из России, из Москвы, Вену. Там у них было размещение в отеле «Линднер», и у них была еще потом интересная программа, экскурсия по Вене, а также посещение замка Шембрун с концертом и ужином в замке Шембрун. Поэтому мы можем организовать не только инцентиву майс в Словакии, в Братиславе или в Татарах, как, например, корпоративное катание, но мы занимаемся и майсом инцентиву в Вене, так как Вена только, она, как можно сказать, на несколько их шагов от Братиславы. Одна составляющая нашей компании – это Bratislava City Tours. Bratislava City Tours сосредоточится только на экскурсии по Братиславе и однодневные поездки в Братиславу и из Братиславы, экскурсии в том числе и на русском языке. У нас и на днях были клиенты из Вены, но они были русские люди, которые живут в Вене, и они забронировали себе однодневную поездку в Братиславу. У нас, как сказал, экскурсии в основном на английском, немецком языках, а также и на русском. Все наши гиды, они квалифицированные, имеют лицензию, это прекрасные специалисты. Поэтому уже и русскоговорящие гиды нам постоянно пишут, чтобы открылись границы, что они уже с нетерпением ждут клиентов. У нас два офиса. Главный офис – это в Братиславе. Он сосредоточится на Братиславе, предложение по Братиславе, в Вене, Будапеште, майс, конгрессы, инцентивные поездки, на экскурсии, а также на курорт Пещаны. Потом есть офис на севере Словакии в городе Жилина. И он сосредоточится на активных отдых регионе Словакии, спа-курорты, а также горнолыжный отдых. Мы довольно активны на соцсетях. Можно нас найти на у нас есть страничка в Фейсбуке, на Инстаграме, на LinkedIn'е, ролики на Ютубе, поэтому можно за нами смотреть и на соцсетях. Мы там всегда ставим интересные фотографии из мероприятий, которые организовали, или интересных событий, которые состоялись в Словакии, поэтому будем рады, если подключитесь. Будет какой-то вопрос по Словакии, обращайтесь, мы сейчас уже готовим предложение на следующий 2020 год. Поэтому будем надеяться, что уже
это коронавирусное безумие уже закончится, что мы привыкнем жить с короной, что уже не будет закрытых границ, что вакцины сработают и будем вновь работать, дружить, посещать страны, кайфовать от путешествий. Мы то с моей стороны все. Будем рады, если напишите и позвоните, поэтому мои контакты Рубица уже дала, они в чате, поэтому будем рады сотрудничеству. Как я сказал, мы работаем, у нас уже потихоньку начинаем работать, конечно, еще это не вот в таком количестве, как до кризиса, но потихоньку уже все налаживается. На улицах Братислава и Салатских городов почти сейчас невозможно заметить, что есть какая-то пандемия, только в торговых центрах у людей есть маски, но в нормальном даже невозможно заметить. И пока я уже стараюсь не следить, сколько позитивных людей, но эти номера где-то 30-40 в день, поэтому можно сказать, сейчас пандемия под контролем, довольно большое количество людей вакцинированы. В Братиславе уже обои дозы вакцины приняло больше, чем 60% населения. И в стране, в общем, так половина населения, и в это включают и детей, но всю страну уже приняла вакцину, поэтому я думаю, если будет какая-то третья волна, она будет незначительная, и правительство она уже гарантирует, что для вакцинированных уже пандемия закончилась. Еще раз хотел бы поблагодарить Рубицу за вот эту возможность представить себя и за работу, которую она делает и в это трудное время. И она постоянно нам сообщает, какие будут вебинары. И еще раз бы хотел поблагодарить Рубицу и передать ей слово. Андрей, огромное спасибо. Ну, не то, что за благодарность мне, это моя работа. Я хочу поблагодарить тебя, что принял участие, что прочитал презентацию, в которой ты рассказал о прекрасном принимающем туроператоре VIA Travel SK и о том, как вы готовитесь, с кем сейчас работаете, как вы ждете российских туристов и туристов из СНГ, какие продукты предлагаете, как вы развиваетесь, как вы обновляете свою страничку, как возможно найти практически на всех популярных сетях, Facebook, YouTube, Instagram, все могут прочитать. Дорогие слушатели и зрители нашего вебинара, будут вопросы к Андрею, можете в общий чат задавать вопросы, если хотите еще более конкретно что-то узнать, или потом написать прямо ему на e-mail. Еще раз напоминаю то, что уже говорил Андрей. Я выложила координаты и Андрея, и Николи, которая будет сейчас выступать из зарубежного представительства, в общий чат.
Огромное спасибо, Андрей. Еще хотела сказать, Андрей говорил о том, какие вакцины принимаются. Я написала, был тут вопрос, по-моему, от Светланы, как насчет того, что не упомянул спутник. Спутник, она говорит, вроде то. У вас есть, я говорила, спутник, он включен в зарегистрированные, в Словакии. Имею в виду зарегистрированные вакцины, которыми прививались те словацкие граждане, которые хотели привиться вакциной «Спутник». Пока нет информации о том, что «Спутник» включен в число тех вакцин, которые разрешают вакцинированным гражданам, зарубежным иностранным гражданам въехать на территорию Словакии. В том числе, например, вот если мы говорим и про СНГ или, в общем-то, про страны, ну, скажем так, исторического прошлого, страны бывшего Советского Союза, есть страны, которые уже вошли в зеленую зону, работал так называемый светофор, сейчас опять ушли от светофора, но пополняются те страны, которым разрешается и туристам, и вообще-то всем гражданам въезжать на территорию Словакии, а есть красная зона и черная зона. В зеленую зону из стран СНГ попали... До сих пор попал Азербайджан, попала Грузия, попала Украина. То значит, граждане этих стран могут въезжать на территорию Словакии, если они вакцинированы обеими двумя вакцинами. И там есть определенные условия, сколько это после принятия второй вакцины. И вот те страны, которые я назвала, помимо них там практически все страны Евросоюза, есть некоторые страны в Юго-Восточной Азии, есть другие европейские страны, которые не в Евросоюзе, но они в экономическом сообществе Европы. Практически этим странам, говорю еще раз, Грузия, пока это Грузия, Азербайджан, Украина, не надо при въезде на территорию Словакии PCR-тест, если у них есть официальное, как сказать, подтверждение государственное о том, что они приняли обе вакцины, вот лучше всего, конечно, когда оно на английском языке, иначе понадобится перевод. Любые другие изменения всегда можете увидеть на Facebook-страничке зарубежного представительства по туризму Словакии. Опять таки координаты я выложила в общий доступ. Будут какие-то изменения, всегда буду говорить. Так что будем надеяться, что постепенно пойдем, может быть, по пути Венгрии. Все вы знаете, что Венгрия с 27 июля, 26 об этом говорил их министр иностранных дел в аэропорту, когда улетал в зарубежную командировку. Министр иностранных дел Петер Сиарто рассказал о том, что с 27-го разрешается российским гражданам въезд в Венгрию, тем, которые вакцинированы. Так что будем ждать, что поменяется у нас. Говорю, воздушный транспорт готовится. Нордвин заявил, что будет летать. Победа мне тоже подтвердила, как только откроются границы, они обновляют полеты. Так что будем надеяться, что все будет в порядке. И словацкие туроператоры с большим удовольствием, с большой радостью и с большим восхищением примут всех туристов из России и стран СНГ. Только бы открыть границы, и все у нас будет нормально. Так что, Андрей, еще раз спасибо. А сейчас посмотрим. Появилась уже у нас Никола. Так. Андрей, спасибо. Так, Никола у нас здесь.
Итак, я сейчас буду передавать слово, я ей тут дам ее презентацию. Я сейчас все сделаю, Никола. Хорошо. Я сейчас все сделаю, пока я буду говорить. Так, Никола Рабчева. Никола Рабчева – человек, который знает Словакию от А, так она у нас ушла, так появится сейчас, до Я, знает хорошо Россию, она определенное время с родителями жила в России, сейчас часто приезжает, и помимо того, что ее фирма, потому что она основатель и генеральный директор фирмы Tripito, не только принимает туристов из России и стран СНГ в Словакии, но также отправляет, и надеюсь, вот так, как было перед пандемией, будет и после того, как откроются границы, отправляет словацких туристов в Россию и страны СНГ, которые с большим удовольствием приезжают в страны, в Россию и страны СНГ, и которые уже не могут дождаться. Я иногда, когда смотрю на Фейсбуке, на их страничку, как люди спрашивают, когда наконец мы сможем поехать опять в Москву, опять в Питер, что вы для нас приготовили. Ну и она спрашивает, когда уже наконец смогут приехать ваши туристы. Никол, ты с нами? Алло? Так, что-то у нас со связью. Подождем немножко. Никол для вас приготовила очень интересную презентацию о том, насколько Словакия не только интересная страна с точки зрения культурных и исторических памятников, современных городов, природы, но и насчет традиционной кухни, или даже современной кухни словацкой. О всем этом вам хочет рассказать Никола. Будем надеяться, что она сейчас к нам выйдет. Подождем секундочку. Так, я попробую Николе позвонить. Что тут случилось? Извините, ради Бога, дорогие друзья, попробуем сейчас связаться. No teraz neviem, či sa to bude dať, keď si odtiaľ vyšla. Počkaj chvíľu, ja vás ho spýtam. Tak, sičas nemnožko, bo technické složnosti, no uvidím sičas, pogovorím s našim technikom. Так, дорогие друзья, прошу минуточку, что-то технически не то. Может быть, вы пока напишите какие-то вопросы, чтобы времени у нас достаточно. Времени у нас достаточно. Увидим, что сейчас не хочу я за Николу читать презентацию. Сейчас увидим. Пока, правда, если есть вопросы. Пишите, буду отвечать. Что бы вам я еще такого рассказала?
Так, во-первых, еще раз вам говорю о том, что Facebook, страничка зарубежного представительства по туризму Словакии в России и в странах СНГ, в странах СНГ координаты вы видите в вашем общем чате. Все новинки, все, что касается изменения правил въезда в Словакию, транспорта, новых каких-то новинок в курортах, у туроператоров, все это вы можете увидеть. Сейчас увидим, Никола пишет, что она здесь. Я ее пока не вижу. Давайте отключусь, чтобы ее увидели. Так, ждем Николу. Вопрос про то, какие будут условия на горнолыжных курортах в Татрах в этом сезоне. Я очень надеюсь, что условия будут нормальные. Потому что, как я говорила, вся Словакия сейчас зеленая, то значит, нигде нету каких-то вспышек коронавируса. Все мы должны подождать, что случится после того, как словаки вернутся с отпуска из-за границы. Будет рост, не будет роста, но я надеюсь, что не будет роста, что все будет нормально. И тем самым, может быть, скажу тем нашим коллегам, которые присутствуют на нашем вебинаре, которые из Украины, тем в первую очередь будет интересно, потому что если все будет в порядке, 100% постараются словацкие туроператоры, которые занимаются зимним отдыхом, организовать чартеры. Что касается России, все зависит от того, как улетучится ситуация с коронавирусом в России, чтобы Россию могли включить в зеленые страны. Я, правда, обо всем вас буду информировать. И сейчас попробуем найти Николу. Нету ее, все ее нету. Так, это что касается зимы, курорты готовы, в том числе и Высокие Татры, Ломница, Смоковец, Штрбское Плесо, любимые курорты для зимнего отдыха и сами популярный и самый крупный зимний курорт для зимнего отдыха, горнолыжный курорт, это ясно, в Низких Татрах, все готовятся. Будем надеяться, что условия будут нормальными, что ничего вот такого не случится. Так, посмотрим, кто нам что пишет. Так, пока пробуют включить Николу, надеемся, что получится у нас. Я с большим, кто меня знает, что я могу говорить часами о Словакии, я ее очень-очень люблю. Так что, если еще у вас есть кое-какие вопросы, вот было у нас лето в Словакии, правда, вот этим летом, к сожалению, не удастся туристам из России и некоторых стран СНГ приехать в Словакию, но Словакия практически она хороша во все времена года. Тем более, если посмотреть на лечебные курорты, которые работают круглогодично, и многие из которых использовали
пандемию для того, чтобы сделать небольшие какие-то ремонты, чтобы благоустроить свои курорты. Так что есть возможность практически на протяжении всего года приезжать в Словакию. Очень хорошие условия для семейного отдыха, очень много разных мини-зоопарков для детей, фермы, которые детям интересны, очень много развлекательных центров, в том числе и летом, и для детей, и для взрослых. Аквапарки, в которых тоже смотрят на то, чтобы детям было и весело, и радостно, и удобно, и безопасно. Так что во всех термальных бассейнах, во всех аквапарках для детей сделаны специальные бассейны, в которых чистая проточная вода, не термальная лечебная вода, потому что может детям навредить. Так что дети купаются в нормальной водичке. Так что увидим, что и как у нас будет. Пока вот посмотрим, что нам кто еще пишет. Может быть, какой-то вопросик общедоступный. Так. Национальные праздники осенью в Словакии и зимой. Праздников национальных, любимых или региональных в Словакии по всей территории практически очень много на протяжении всего года. Больше всего праздников, естественно, летом, где-то с мая до конца сентября. Что касается осени, это прежде всего праздники, предурочные к сбору урожая. Каждый, даже небольшое поселение, привыкло делать фестиваль или праздник, отпраздновать то, что собрали урожай. Тем более, как собирают урожай и какие праздники по этому поводу бывают по Словакии, лучше всего узнать в музеях под открытым небом. Их в Словакии очень много, практически каждый регион. В каждом регионе есть несколько музеев под открытым небом. Самые крупные собирают постройки, интересные дома, церквушки, колодцы из всего региона. И в этих музеях под открытым небом практически на протяжении всего лета и в сентябре делают многочисленные разные мероприятия, там и ремесленные выставки, разные вот ярмарки, там можно купить кое-какие сувениры, можно посмотреть, как изготавливают разные национальные изделия из соломы, из керамики, из железа, вот разное. Так, и к нам пришла, помолилась тут. Звук, так? Да, я по ходу... Нету тебя опять, картинки нету. Слышно? Да. Что ты сделала? А у меня слышно все? Слышно, давай. Давай, говори, может быть, я сейчас еще ищу картинку, а я вот закончу. Помимо вот этих сбор урожая, естественно, сбор виноград. Очень-очень много праздников, связанных с вином, с виноградарскими традициями в Словакии. Потом очень-очень любимый праздник, когда предлагают печеного гуся с локшами, с красной капустой тушеной, но об этом вам уже расскажет Никола побольше. И плюс потом ближе к зиме уже начинаются праздники, которые предурочены к Рождеству и к Новому году. Больше всего вот песенных, танцевальных фестивалей это в
то время, когда есть отпуска, то значит июль, август. Больше всего вот такие праздники бывают, танцевальной народной музыки, песен и танцев. Так что вот осенью прежде всего вот сбор урожая. Так что вот это бы сказала. И посмотрим, где Никола опять у нас исчезла. Никола, если нету картинки, давай говори без себя, без картинки, со звуком. Потом, естественно, если взять вот сентябрь, в сентябре еще есть очень много мероприятий на словацких замках и в крепостях, которые практически с мая до конца сентября проходят, если считать сентябрь, естественно, уже осенним месяцем, золотая осень, сентябрь еще очень теплое время в Словакии, так что можно погулять, можно увидеть наши замки, крепости, рыцарские турниры, разные там фехтования, соколиная охота, много-много мероприятий для детей, потом вот для, опять-таки, что касается кухни, есть и фестивали средневековой кухни, где вам покажут и дают попробовать, что готовили в средние века на территории Словакии, так что есть очень много, чем можно заняться. Так, Никол, ждем, она у нас ушла, опять сейчас к нам не вернется. Могла уже остаться без фотографии, хочет она себя показать. Увидим, что будет. Так, что бы я вам еще рассказала о Словакии? О Словакии можно говорить очень много. Хоть и небольшая страна, как я ее с большой любовью называю, страна 200 на 500, по своей длине не достигает 500 километров, по своей ширине 200 километров. Прекраснейшая природа. 70% Словакии покрыта лесами, очень много воды. Словакия принадлежит к самым богатым странам в мире, что касается чистой питьевой воды, источников вот воды, вот запасов питьевой воды. Так что воды у нас достаточно, помимо того, естественно, лечебная вода, минералки для лечения разных частей нашего тела найдете практически в каждом, вот как столовые воды найдете в каждом магазине в Словакии, специально найдете в аптеках, найдете в курортах. Что еще вот интересного про Словакию? Я говорила в своем вебинаре, в своей презентации про лето в среду о том, что есть очень много, что связывает Словакию с Россией. Так что еще раз могу упомянуть о том, что в Тринчианском регионе, это практически запад Словакии, вот центр запада Словакии, вот так сказать, находится небольшое местечко Бродзани. А в этом местечке, если не считать музеи в России и в Белоруссии, находится за территорией России единственный музей Александра Сергеевича Пушкина в мире. Почему вот так случилось? Практически случилось это после реставрации усадьбы Бродзани, когда в 79 году решили сделать в усадьбе историко-культурный музей имени Александра Сергеевича Пушкина. Все дело в том, что эту усадьбу купил для своей жены один австро-венгерский дипломат, и женой его была сестра жены Александра Сергеевича Пушкина. То значит, прямые связи. Сам Александр Сергеевич не побывал в этой усадьбе, но очень часто побывала его супруга с детьми Александра Сергеевича. Осталось очень много документов, писем, фотографий всей семьи Пушкина, прекрасных книг. Даже осталось до сих пор дверь
на которых обозначен рост детей Пушкина, когда они приезжали в эту усадьбу, и там через год, через два, когда они приехали, делали вот там нарезы, насколько они выросли. Также осталась там мебель, остались какие-то личные вещи и сестры супруги Пушкина и самой супруги Пушкина. Очень облюбовали это место ваши соотечественники, которые проживают в европейских странах, в Германии, в Австрии, в Чехии, и часто, ну, естественно, до пандемии приезжали на автобусах на 2-3 дня в Словакию только ради этого музея. Естественно, посмотрели и другие места, но вот целью их поездки была как раз усадьба Бродзани. Кто-то захочет больше узнать какую-то информацию, можете мне написать по имейлу, я отправлю вам информацию на страничку усадьбы Бродзани. Потом я говорила о том, что помимо Александра Сергеевича Пушкина, самого русского поэта, есть еще самый русский романописец, это Лев Николаевич Толстой, который тоже очень тесно связан со Словакией. Ну или, скажем так, с человеком, который родился в Словакии, тогда это была Австро-Венгрия, сейчас это центральная Словакия, город Ружомберок. Звали этого человека Душан Маковецкий. Душан Маковецкий был врачом. И очень после того, как он прочитал Кройцерову сонату Толстого, он зарядился какими-то, как сказать, мотивами вот той борьбы, которую вел Лев Николаевич Толстой. Вот ему очень нравилась точка зрения Льва Николаевича на жизнь, на то, как люди должны вместе жить, на славянские какие-то связи. И тогда он решил и поехал в Россию, поехал в Ясную Поляну и побывал там определенное время, сделал перевод Крейцеровой сонаты на словацкий язык, потом на словацком языке ее издали, и вернулся обратно в Словакию. Но прошло определенное время, и супруга Толстого попросила его вернуться и стать личным врачом Льва Николаевича Толстого. Так оно и случилось, и практически Душан Маковецкий был личным врачом и другом, и собирателем разных документов, и вместе писали разные интересные факты о тех временах, которые жили, аж до самой смерти Льва Николаевича Толстого. После его смерти он вернулся в Словакию, тогда в Австро-Венгрию, вместе со своей супругой, которую он нашел в России. Она была русская, и, по-моему, где-то в 20-м году он вернулся обратно. Так что есть очень много вот интересных вещей, которые связывают Словакию и Россию. Если кому интересно, в Словакии была издана книжка, ну, достаточно уже много лет назад или больше лет назад, которую составил один ваш соотечественник, который когда-то перебрался в Словакию. И он описывал всех тех русских, которые жили еще в Чехословакии, но на территории Словакии практически после 1917 года, которые уехали или чуть-чуть позже, были и врачи, было очень много ученых, были литераторы. Очень-очень интересно про это прочитать. Так, у нас Никола есть? Так, если я вам уже наскучила, вы мне просто напишите, я буду тихо-тихо сидеть или можете еще спрашивать. Так, опять у нас ушла.
Так, как бы мне им сказать... чтобы они вошли со звуком только. Сейчас я попробую позвонить и увидим, что будет. Так. Так, мне тут что-то написали, но я тут осталась. Перегружаем. Так, сейчас я напишу. Так, пишут в процессе, перегружают что-то. Я сейчас напишу, пусть Никола выходит только со звуком. Так. Написала: дорогие мои, я так рада, что вы ждете, ждете, ждете. Ну, говорю. Если что, пишите мне, я попробую вам отвечать на ваши вопросы. Всеми, естественно, ждем, когда все, вся эта балиберда закончится, и всеми опять вздохнем полной грудью, как говорится, да, и будем гулять, будет нам хорошо, будем посещать друг дружку, потому что я тоже, я вам скажу честно, я уже немножко устала от такого, как сказать, тюремного ощущения, в которое нас загнала пандемия. Так что будем надеяться, что все будем. Спасибо. Ася мне пишет, что меня интересно слушать. Тогда задавайте вопросы, спрашивайте. И вот я отвечу, вот что вам интересно, какая сторона жизни. Но могу вам еще сказать, что статистические учреждения по статистике Словацкой Республики вместе с полиция для иностранных граждан сделали статистику иностранных граждан, которые проживают или постоянно, или временно в Словацкой Республике. Так что вот Россия сейчас на четвертом месте. Это полтора года пандемии очень... как сказать, повлияло на некоторых россиян, которые решили временно проживать в Словакии с целью обучения. Так что я вчера как раз проходила мимо консульского отдела, стояло человек 8, и так как туристические визы пока не выдаются, это все были практически документы и ожидание виза на временное проживание или постоянное проживание. В связи с этим могу вам сказать, если у вас есть те в семье, в родственниках, в друзьях, кто-то, кто хотел бы посещать университет или высшее учебное заведение за рубежом, Словакия приглашает, обучение иностранцев у нас бесплатно. У нас оплачивается только первый год, если вы не чувствуете себя хорошо, что касается словацкого языка, не выучили пока. Вот это обучение словацкого языка, там, по-моему, 2 или 2,5 тысячи евро в год. Иначе само обучение в высших учебных заведениях, в университетах Словакии для иностранных граждан, в том числе для россиян и для граждан стран СНГ, оно бесплатно. Даже доходило до того, что россияне к нам ездили в университет, чтобы учить русский язык и литературу. Так что вот тоже их приняли, потому что, с другой стороны, это помогает. Человек может разговаривать со своими однокурсниками на прекрасном русском языке.
Так что вот это, что касается обучения. Потом, что у нас еще такого, что мы сделали для туризма? Сейчас проходит вторая фаза поддержки туризма, субъектов туризма в Словакии. Первая началась уже давно, в прошлом году, но выплаты начались в ноябре. Сейчас проходит вторая. Практически до 200 тысяч евро может получить субъект туризма. Те, кто пострадали, естественно, это и гостиницы, это рестораны, это туроператоры, это туристические фирмы, горнолыжные центры, ну, все те, которые имеют отношение к туризму. Помимо того, идет сейчас кампания, чтобы словаки оставались в отпуске Словакии, но, естественно, много людей уже соскучилось по морю, потому что моря у нас нету, хотя есть, говорю, хорошие и термальные бассейны, и аквапарки, и очень много водички в природных и искусственных водоемах, так что все-таки уехали, но все-таки просят, чтобы больше оставались дома. Что мы еще такого интересного сделали за эту пандемию? Ну, зарубежное представительство, мы практически с апреля прошлого года выступаем с вебинарами, стараемся привлекать внимание к Словакии. Не так давно, 21 июля, тоже был один интересный вебинар для восточных регионов России, где я говорила про лечебные курорты, и был туроператор «Матрешка». Так что вот тоже словацкий, так что словацкая матрешка, туроператор, который и принимает в Словакии, и возит словацких туристов в Россию. Так что продолжаем работать и надеемся на то, что, может быть, осенью, в сентябре, октябре уже получатся прямые поездки по России, по странам СНГ. Запланировано очень много и презентации, и роуд-шоу, и сотрудничества в рамках Вишеградской четверки. Это такое экономическо-культурно-туристическо-политическое содружество стран Центральной Европы, четырех стран, это Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, а мы уже с 2008 года работаем на рынке, на российском рынке и рынке стран СНГ совместными презентациями, воркшопами, роуд-шоу. Запланировали мы с 1 сентября запустить небольшую PR-кампанию, рекламу в аэроэкспрессах московских, из московских аэропортов в Москву, из Шереметьево, из Домодедово, по-моему. Что там еще было? Так, вот запустить 1 сентября, пойдем посмотрим, как это работает. Есть симпатичные небольшие ролики, общие ролики про все четыре страны, а потом специальные ролики про курорты и wellness как таковой, здоровый образ жизни. Потом планируем с 30 сентября по 2 или 3 октября организует Czech Tourism. То же самое, как вот эту рекламу в аэроэкспрессах делает Czech Tourism. И организуем роуд-шоу Челябинск, Екатеринбург вместе с выставкой в Екатеринбурге. Увидим еще, как получится приехать субъектом туризма от нас, потому что если Россия будет в красной зоне, вряд ли люди будут рисковать тем, что, приезжая домой, они должны будут, даже если вакцинированы, идти на 10 дней в изоляции. Ну, хоть и дома, но все-таки вот карантин, он должен быть, если из красной или черной зоны
приезжаешь. Потом у нас запланирован очень интересное роуд-шоу. Мы хотим, чтобы уже увидеть своими глазами, это опять будет где-то в половине октября, организуем мы, Словакия. Это будет роуд-шоу Москва, Санкт-Петербург. Чтобы встретиться со всеми, всеми, теми нами любимыми туроператорами и фирмами, с которыми работаем на протяжении много лет, и от которых прямое сообщение наше было отключено из-за пандемии. Но будем надеяться, что все будет в порядке, и у нас получится Москва-Питер. Ну и потом для стран СНГ, если кто тут присутствует, мы хотим наконец-то сделать роуд-шоу, которую мы должны были снять с программы в прошлом году из-за пандемии. Это мы собираемся в Баку и в Тбилиси как роуд-шоу. Будем надеяться, что вот что-то... Так, Никола уже появляется два раза. Сейчас увидим, из которого к нам войдет. Так что будем надеяться, что что-то у нас получится. Говорю еще раз, смотрите на страничку зарубежного представительства на Фейсбуке. Контакты Светлана пишет. Напишите контакты. Все контакты в общем доступе. Можете посмотреть все координаты зарубежного сразу в начале. И Трипито, и Етревел найдете, Светлана. Потом, что касается новинок, каждый месяц делает, сейчас уже не министерство, а снова открытое Национальное управление по туризму, которое сейчас называется Slovakia Travel, делает newsletter с какими-то новинками, всегда тоже на Facebook я это выкладываю. Так что смотрите, если будут какие-то вопросы, если что-то вас интересует, если что-то вас огорчает или что-то, о чем-то вы заботитесь или хотите заботиться, хотите что-то узнать, всегда можете мне написать на e-mail. Так, никак к нам не пойдет Никола. Она отключилась и сейчас никак. Посмотрим, что нам техник говорит. Так, все заходит, все выходит. Не понимаю, почему она вышла, но что ж поделать. Эй, попробую перезвонить. Так что еще минуточку, извините, ради бога, что так вышло. Vojdi iba s hlasom, moja zlatá. No a na čo si vychádzala? No nejde to, pretože nejde to, lebo keď to raz vypne, potom mu to už nejde. No lebo neviem, či to mám skončiť, alebo čo mám, lebo ostala nám pol hodina, ľudia čakajú, rozumieš? Hej, hej, no dobre. Tak, pogovorila ja s Nikolaj, ani s technikom, starajúca, čo by bolo. I my s nej dogovorili, zdávajte, ja vám sičas zapušu interesný rolik, который тоже касается гастрономии Словакии. Это один из продуктов, которым занимается туристическая фирма, туроператор Трипито. Это практически do it yourself.
Сделай своими руками, не только всякие другие штучки, но тоже можешь приготовить себе обед или ужин, или любое блюдо. Так что посмотрите очень интересное видео о том, как люди, туристы, клиенты туроператора Tripito с большим удовольствием и с большой радостью на кухне готовят по рецептам под присмотром врачей и сотрудников Tripito себе еду. Давайте включаем видео, чтобы было хоть немножко интересно. Что еще сейчас дадим презентацию и будем ждать, что у нас получится. Техник меня обеспечил, что получится у них. Ну, пока не вижу, чтобы получалось. Стараются интернет с мобильного. Увидим, как будет. Ну, просто знаете, как когда Wi-Fi, хотя я не могу понять, как может Wi-Fi убежать куда-то в Братиславе, ну, случается у нас всякое. Ну, подождем, увидим, осталось еще кое-какое время. Я очень-очень вам всем благодарна, что вы остаетесь на связи, что вы не уходите. Так, в ближайшее время мне будут звонить, ну, не знаю, позвонит мне техник, увидим, что нам техник скажет. И пока мы только можем ждать. Не хочу говорить о кухне Словакии, потому что когда выйдет время и будет все в порядке, и сможет поговорить, сможет рассказать обо всем. Никола, не хочу брать ее хлеб и хвастаться ее работой. Так что давайте еще подождем чуточку, что у нас будет. Что бы вам еще рассказать? Так, когда я говорила в среду, лето в Словакии, я упоминала, помимо другого, памятники ЮНЕСКО. И с большим удовольствием могу вам сказать, что сегодня у нас пятница, в среду комитет по внесению новых объектов в список наследия ЮНЕСКО попало 5 природных объектов восточной, северо-восточной области Словакии. Это определенные леса и горы, которые практически первобытные. Среди них есть, ну, можно прямо назвать пра-пра-пра лесом, который называется Полонины. Прекраснейший лес, с которым практически на протяжении многих лет
там десятилетий, даже больше, ничего не делают, он растет себе, правда, как хочет, туда нельзя заезжать на машинах, на велосипедах. Есть туроператоры, которые делают путевки, так что для любителей природы, животных, настоящего звездного неба, могу предложить, делают путевки на выходные, делаю на 4-5 дней, то значит машину оставляют около, вот в начале леса, дальше только пешком с палатками. В этих лесах живет рис, волки, там зубры даже есть, которых уже нигде на других территориях Словакии нету, только в Топольчанах, там они практически в таком, я бы сказала, искусственном парке, а вот здесь живут они в природе. Есть очень много прекрасных растений, которые нигде в другом месте не найдете. А то, что я хотела вам сказать, это практически лес темного неба, как его называют астрологи, астрономи, как это называется, те, кто занимаются тем, что над нами. И это небо и вообще-то полонины, этот лес считается одной из самых темных областей, темных в смысле тьмы, да, не темных, как плохих, а тьма, нету там света, нету там никаких деревьев, ни городов, освещения во всей Европе. Там практически увидите все звезды. Когда ночью смотрите, видите практически все, то, что на небе в других местах увидеть нельзя. Даже вам скажу одну такую информацию, что это был 19-м году делал фотографии один любительский фотограф, который облюбовал эти места. И сделал фотографии этого неба над полонинами, прекраснейшие, и плюс сделал вот серию фотографий, как каждый день немножко вот отодвигается, естественно, вот Земля вертится, мы вертимся около Солнца, все это видно. И отправил их как подарок в НАСА, в национальную вот агентство по космическим полетам в Америку, и НАСА выбрала одну из его фотографий для своего новогодних, как сказать, открыток, который отправляла сотрудникам, партнерам по всему миру. Очень-очень понравилась эта фотография, так что кто любит природу, пожалуйста. Есть туроператоры, которые еще больше занимаются нашей природой и теми животными, которые там живут, и растениями, которые там растут. И устраивают так называемую фотоловлю или фотоохоту, так что можно с фотоаппаратом ходить, можно и без фотоаппарата. Очень-очень котируется среди туристов из всей Европы фотоохота на медведей, когда они после зимы, уже весной, с маленькими медвежатами выходят из своих нор. Там есть определенные места, эта фирма знает, где они, что они, где их можно увидеть, и очень тоже красивые фотографии, и сверху можно увидеть всю эту красоту этих медведей. Медведей у нас огромное количество, иногда бывают с ними небольшие проблемы, потому что заходят и в города, но все это делаем мы, люди, которые, ну, бывает, не убираем за собой, не закрываем мусорные ящики, ну и медведи приходят и знают, что могут там без всякой работы чего-то найти. Ну вот стараемся
нету с этим проблем. Будем, вот предлагаем там, где нужно медведей, предлагаем, поставляем медведей в другие страны. Но не только медведей. Вы, может быть, будете смеяться, но в Словакии можете найти тигров, даже амурских тигров. Да? Ну, они, естественно, не на природе, не встретите их. Амурские тигры, они амурские от того, что должны жить около реки Амур. Но в Словакии есть одна ферма, зоопарк, я бы вот так сказала, приватный, который уже на протяжении практически больше 20 лет занимается разведением амурских тигров. Вы же сами понимаете, те, кто живете в России, что с амурскими тиграми есть беда. Иногда соседи России, китайцы, облюбовали бедных тигров для, из-за когтей, из-за мяса. Из-за, ну, не буду про это говорить, потому что это страшно. И они стали разводить амурских тигров. Сейчас практически есть у них больше, не только амурские тигры. Живут и у них и индийские тигры, живут и львы. Живут они практически, кто из вас знает насчет тайгана, да? Естественно, не в таких больших количествах, но тоже можно с детьми прийти. Можно потрогать малышей и от тигров, и от львов, можно с ними поиграть. Ну и те, кто заботятся о них, естественно, со взрослыми могут быть. Ну и амурских тигров у них случается раз где-то в 3-4 года, что рожаются маленькие, в несвободе они очень редко рожаются. И они потом отдают или продают вот этих амурских тигров в другие зоопарки по всей Европе, кто их попросит. Это, во-первых, недалеко от Братиславы. Кто захотите, напишите мне, я вам дам координаты, потому что есть на YouTube очень много фильмов про амурского тигра в Словакии. Они вот делают небольшие видео, где показывают, что и как. И они делают очень-очень хорошее дело, чтобы амурского тигра сохранить. Так что, видите, в Словакии есть и амурские тигры. Потом недалеко от Братиславы, если будете только в Братиславе, там прекрасные окрестности. Недалеко оттуда крепость Червеный камень или Красный камень. Это одна из наиболее сохранившихся крепостей в Словакии, и она славится помимо того, что очень симпатичные места, очень много того, что сохранилось, и небольшая церквушка, и залы, и мебель, и все то, что сохранилось, картины. В этом замке Червеный камень есть самые крупные замковые подвальные помещения во всей Европе. Насколько там когда-то хранили вино в те времена, когда построили замок. Чтобы вы узнали, насколько они большие, скажу вам только, что есть три разных экскурсии по этим подвальным помещениям. Первая начинается 40 минут, самая длинная на полтора часа. Огромные. Помимо того, это у нас замок, это у нас прекраснейшие города Малокарпатской винной дороги. Очень хорошие винограды, очень хорошее вино. Практически начиная от Братиславы, Модра, Пезинок, Святый Юр и так дальше. Можете посмотреть, можете заказать дегустацию. Можете при том быть еще в прекрасной природе, если это у нас практически от Братиславы чуть-чуть на запад, так, северо-запад. И что касается чуть на юго-восток, там, где Дунай, там, где рукава Дуная, прекраснейшая природа. Недалеко от Братиславы для тех, кто любят экстремальные виды спорта, в том числе рафтинг,
есть искусственная дикая водичка, где можно вот, попробовать свои силы в рафтинге, Чуново называется. На рукавах реки Дунай есть симпатичные старинные водяные мельницы, которые уникальны тем, что это были мельницы, которые всю мельницу передвигали практически по реке Дунай, в зависимости от того, где в этом рукаве Дуная сколько было воды. То значит, она стояла на воде, если водички было меньше, они вот отправляли эту мельницу вот там, где было водички больше. Но и рядом с этими мельницами можете посетить музей, очень интересный. Это музей производства сетей для рыбной ловли, рыболовческих сетей. В чем уникальность? Это был первый цех в Европе, где производили эти сети уже технически. То значит, уже было для этого определенные как сказать, аппараты, которые это производили, можете их там увидеть, потому что до этого все эти сети делали руками. Просто их ткали как свитер, да, вот, чтобы вот так было. Потом недалеко от Братиславы есть также небольшой вот такой полуостров, на котором есть прекраснейшая галерея современного искусства, тоже можно посмотреть. Ну и сама Братислава со своими парками, со своими пешими зонами, со своими историческими памятниками, с возможностями для молодежи, для семей, для детей, всегда найдете свое. Но мне так кажется, что у них не получается. Мне сказали, пока не звонит, так что увидим, что будет, потому что они, если не включаться, но хоть бы эту презентацию вам показать, чтобы вы увидели. У нас осталось сколько? 18 минут. Увидим, что будет. Я еще раз попробую все-таки позвонить. Хоть и говорят не звонить, потому что они через мобильник идут. Так. Сейчас я напишу. Вы пока думайте, что бы вы еще хотели узнать. Тут у меня вебинар вот такой большой получился. Отправила, увидим сейчас, что нам напишут. Так, общедоступный. Пишет нам кто-то. Коллеги, мы в процессе. Ну, это хорошо, но у нас осталось 18 минут, 17. То значит... И все еще держитесь, дорогие мои партнеры, коллеги, как я рада. Вот это отношение к Словакии. Ждать и слушать одну любицу на протяжении больше часа. Вы спокойно поставьте плюсики, если я уже надоела, я замолчу. Скажу честно. А если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. И я им написала, может быть, я вот сделаю эту презентацию. А, опять нету. Привет.
Алло, меня слышно? Все? Да, наконец-то слышно. Я 16 минут. Извинения. Мне очень жаль, что произошло, что просто так у нас сложилось по техническим... Уже не извиняйся, говори, 16 минут. Надеюсь, вы дождались. Я не очень слышу себя, но я через мобильный зашла в конце, просто мой компьютер сдал меня полностью. И я вам очень-очень благодарна, что вы дождались. Для меня было очень важно, чтобы вы увидели нашу презентацию и... поняли, что нужно приехать в Словакию. Я спасибо огромное технической поддержке Андрею. Спасибо, он молодец и любится. Спасибо огромное, что ты вот со мной здесь была, дождалась, чтобы я смогла. Дорогая, говори, у тебя 15 минут. Сейчас, если можно, я вам расскажу про Словакию и про нашу презентацию «Вкусная Словакия». То есть еще раз давайте, я представитель компании Трипита, меня зовут Никола, и вот сегодня вы наконец-то дождались, как иногда придется ждать в очень хорошем ресторане. И мы расскажем вам про... Я вам расскажу про нашу словацкую кухню, что можно попробовать, про нашу кулинарию и наши вкуснейшие экскурсии. И помучим немного ваши вкусовые рецепторы. И вот видите, уже наша презентация начинается. Вот «Вкусная Словакия». Вот впереди у вас прям наш чесночный крем-суп в хлебе. Это обязательно всегда нужно попробовать, когда вы в Словакии, потому что это прям блюдо, которое, оно простое, но даст вам понять, какая у нас вкусная страна. Мы, например, всегда стараемся, ну, когда принимаем наших туристов, всегда, когда мы начинаем, например, первую экскурсию, у нас есть такое приветствие: хлеб и соль. И у меня только одна хорошая информация. Благодарны всем, кто остались, и техническая поддержка нам говорит: говори, пока не закончишь. Они нам дают время. Так что, пожалуйста. Да, спасибо. Да, спасибо еще раз. Те, кто остались, еще раз спасибо. И давайте тогда я начну. Тогда у нас следующий слайд. Это кто мы, где мы находимся? Мы находимся в Братиславе, в Словакии. У нас есть, конечно, русскоговорящие работники, англоговорящие. Мы можем обеспечить кидов на всех языках. И у нас конкретно в офисе мы в основном говорим по-английски и по-русски. То есть есть у меня и коллега, которая родом из России, она у нас работает. И мы предлагаем разные интересные экскурсии, познавательные туры, лечебные туры. То есть то же самое спа, кулинарные туры, трансферы, размещение, потом разные туры под запрос. И вот что мы обижаем, это корпоративные туры. И мы вот работали с многими русскоговорящими фирмами из России, из Украины, из разных стран, которые ездят к нам именно большими компаниями под разные мероприятия. И мы можем реально, я уже могу сказать, реализовать разное. То есть мы делаем и... девичники, мальчишники, можем вот прям устроить экскурсию, которая под Инстаграм, чтобы у вас были самые классные фотки из Братиславы. И то есть мы обожаем творческий подход, и каждый, как говорится на английском, каждый новый тур, который немного специфический, у нас прям это такой челлендж, да, знаете, нам это нравится, то есть нам нужно что-то придумать, и мы знаем, что если мы должны придумать что-то новое, это и у нас открывается что-то новое для нас. Это всегда важно, и поэтому мы всегда готовы выполнить желания наших туристов. Да, Андрей, когда говорил, он был прав, туризм очень медленно снова возобновляется, то есть у нас есть поменьше групп, сейчас недавно у нас была группа из Израиля, ну, русскоговорящая,
Ездят они постепенно, как говорила, ну, и любится. Можно сейчас ездить с прививкой, если вы полностью привиты. У вас есть прививка именно, которая сейчас принята Евросоюзом. И, конечно, Словакия планирует добавить в свои списки спутник. Посмотрим, что еще добавят. Но мы будем говорить сейчас про позитивное. То есть вы уже, если сделали прививку, вам уже остается только запланировать, что в Словакии делать, например, с нами. У нас, конечно, немного иногда исчезает мотивация, но мы все равно стараемся и придумываем для вас много интересного, нового. И смотрите, вот... Наша экскурсия, я вам говорила, у нас очень одна из популярных кулинарных экскурсий. Это словацкая классика, татарский чай, дегустация, экскурсия по заводе. То есть, да, мы работаем по всей Словакии, и вот этот завод именно находится, можно сказать, центральная восточная Словакия, Высокие Татры. И я могу сказать, это одна из самых популярных групп, для даже корпоративных групп, потому что вы заезжаете на завод, изучаете все, как они делают. Именно этот напиток делается из словацких трав. И потом в конце вас ждет дегустация, почти все линии, то есть представляете, то есть они, у нас классика 52 градуса, и потом самая высокая это 72 градуса, ну, если понежнее, с разными привкусами, как там, я не знаю, персик, лайм и разные, это очень-очень интересно, и... Конечно, благодаря этому напитку мы вам гарантируем в конце такое хорошее настроение. Группа всегда на позитиве, получается. И смотрите, ну и как вот принято, мы вот, например, когда у нас наша самая такая популярная экскурсия по Братиславе, это традиционный вкус города Братиславе, мы всегда стараемся приветствовать наших гостей именно рюмочкой этого татранского чая, потому что это не только согревает, это приятно. Это вас заряжает энергией. Давайте дальше. У нас с вами, да, ну, пареница, корбачики, косички, оштепок. Мы еще остаемся в наших корах, потому что мы делаем экскурсии, например, у нас в Словакии есть так называется колиба. Я знаю, что вот на Украине говорят колыба, или у нас такой шалаш, где вот в основном ресторан, и у нас еще есть овечки вокруг, ну, прям ферма, и они делают вот свои такие молочные изделия, продукты, и это у нас очень популярно. Это мы даже делаем такие экскурсии, что мастер-класс, можно попробовать сделать наши косички, которые очень популярны, они очень вкусные. И это, конечно, самый лучший сувенир, который можно привезти домой. Ну, мы, конечно, советуем брать копченый сувенир, и который вот туристы очень им всегда понравится, но они это не знают. Это именно пареница, которая, ну, это любят и дети, и взрослые, потому что вам можно смотреть просто телевизор и вот сматывать этот сыр и кушать. Это очень всегда приятно. Вот. Ну, конечно, это вот, ну, можно это кушать и вот во время экскурсии, но лучше слушать и потом поесть. Так, дальше что у нас? Да, бринза. Наверное, вы знаете болгарскую бринзу. Многие не знают, что в Словакии есть наша бринза. Она в списке наследия ЮНЕСКО. И она совсем другая, чем, например, эта болгарская бринза. Она намного нежнее, она более соленая. Мы ее иногда разбавляем со сметаной и вот так смешиваем с нашим народным блюдом галушки. Бринза мы ее используем как начинку, но даже как на маску. Добавляем разные специи. Это очень вкусно, очень интересно. И, конечно, самая лучшая бринза – это в мае месяце, когда говорится, что вот овечки уже первый раз поели зеленого, и тогда самая лучшая бринза. Мы даже ездим в такой шалаш, который называется Крайнка, и там очень-очень красиво, там все можно увидеть всех животных, и там даже словаки ездят, ну, всегда это вот как остановка, то есть есть даже,
Ну, и местные обожают это место, и поэтому мы стараемся, например, выбирать для наших туристов и для наших групп и такие очень местные вещи, где, может быть, некоторые скажут, что это не туристические места, но реально это очень интересно посмотреть. И Бринза, ну, вот так скажу, она иногда на любителя. Вот здесь вам можно увидеть наше вот народное блюдо бринзовые галушки. Не все их любят. У меня уже было ну, был опыт работы, когда американцы мне сказали, что вот это выглядит, как будто кому-то плохо стало, конечно. Но им в конце нравится вкус. Ну, не всем, конечно, там испанцы не понравится сыр и по-разному. Но я думаю, что вот русскоговорящим туристам это понравится, потому что такое славянское. То есть там есть и бекон, есть бинза, есть сметана, и вот тесто на галушке именно наше делается из картошки, поэтому это тоже очень вкусно. Я не знаю, если у вас будут любые вопросы, спрашивайте у меня, я буду очень рада. И если вам будет что-то интересное, я готова на все ответить. Я вижу у вас наш чат с вами, поэтому давайте. Это следующее наше народное блюдо – пироги. Начинки у нас бывают разные, с вареньем, потом бывают с картошкой. То есть, ну, это такое тоже польское блюдо, можно назвать, и оно находится и в других культурах. У вас они называются вареники, но у нас это не совсем вареники, они опять делаются из картофельного теста. Вот так. Ну и наши экскурсии. У нас много интересных экскурсий, и вот такая одна из самых интересных, популярных, тоже можно сказать, замок Червяный камень или Красный камень, который находится всего 40-45 километров от Братиславы. И мы всегда любим его смещать с разными другими, как, например, на посещаем пещеру карстовую, посещаем винодельню. У нас район вина. Это все благодаря, ну, может быть, знаете, может быть, нет, но на нашей территории побывали римляне, и они здесь оставили нам традицию вина, поэтому мы намного лучше с вином, чем с пивом. То есть можно сказать, что у чехов пиво, у нас очень вкусное вино, и мы доделываем столько вина, что это хватает прямо на Словакию, и вот экспортируем. Небольшое количество пока, но вот наши виноделия стараются, и каждый год это лучше и лучше, но просто это очень сложный процесс. И когда мы еще были друзья Советского Союза, когда-то делался акцент на количество, не на качество. То есть можно сказать, вот все эти растения, они сейчас их возобновляют, чтобы они снова были вот качественные, высокого качества. Но я уверена, что вот словацкое вино вас удивит, и вот этот замок обязательно, потому что Красный камень – это крепость, это был дворец семьи Пальфи, и там очень много интересного, и там сохранилось очень много мебели, очень много экспонатов, то есть это очень интересно посмотреть, и там находится тоже самый большой подвал в Центральной Европе, то есть это очень-очень интересно, и летом еще там гуляют павлины. Так приятно. Здесь часто делают свадьбы. Вообще в Словакии у нас более 300 замков, и делаются почти во всех свадьбе организуют. Давайте дальше. Так. Ну и вот, как я вам говорила, мы любим делали такую комбинацию этих туров, то есть не только смотрим замок, мы посещаем разные винодельни, и у нас есть одна уникальная, это медовое вино. По-словацки это называется медовида, но это, ну, как вино и мед, но это не как медовуха, то есть делаем и медовуху, типа водку, да, но это совсем другое. Медовое вино, эта технология используется как у вина. Ну, просто вместо винограда у нас мед. Это очень интересно. Они даже хранят это медовое вино в бочках, например, и в бочках после виски или других напитков. И поэтому потом получается очень интересное послевкусие. И вам можно попробовать и наш летний вариант медового вина, зимний вариант. Просто
То, что интересно, мы этот напиток любим пить и зимой, и летом. Ну, его нельзя выпить очень много. Вот все-таки словаки больше любят сухое вино, и это очень такое сладкое. Ну, женщинам нравится. То есть это тоже очень подходящая экскурсия, например, для женщин. То, что интересно, вы не делаете только дегустацию, но посещаете и сам завод. Смотрите, вот вам вы увидите, что, как все делается. И там очень красивый вид, прямо на замок Смолоницы, все зеленое, лес вокруг. То есть если это мы стараемся это делать ближе к вечеру, и тогда реально впечатляет это человека очень сильно. И вуаля, травра, у нас наш традиционный вкус в Братиславе, это наша кулинарная экскурсия. Мы, конечно, можем делать и апгрейд этой экскурсии, но всегда, как классика, в эту экскурсию входит братиславский рожок. Братиславские... А, какое вино я посоветую? Вижу вопрос, извините. Я сейчас приостановлюсь и скажу вам про вино. Уф, у нас очень много вкусного вина. Я не знаю, если сможете получить в Москве. Но я знаю, что в Москве есть одна винотека, где они продают словацкое вино. Если попробовать белое вино, не знаю, насколько вы любите, то обязательно я советую попробовать наш... Есть Малокарпатский винный путь, у нас очень вкусный Миллер Тургау. Это, конечно, швейцарский, ну, не швейцарский виноград, но вид, сорт вина швейцарский родом. И потом у нас еще... Я очень люблю Девин. Это чисто словацкий сорт винограда. Потом у нас очень вкусно еще Велтлин. Ну, Велтлин, который делается технологией Крио. Это вау, это просто бомба. И это сухое вино, но оно кажется, что оно как немножко сладкое, но все-таки оно сухое. И Трамин червеный. Червеный – это значит по-словацки красный, но это вино белое. Просто цвет винограда, из которого делается это вино, красный. И из красного вина я обожаю наш Алибернет. Это очень характерное вино. И потом еще Дунай, и еще есть Вах. У нас есть одна женщина, госпожа Поспишилова, ей уже более, ну, за 80, и у нее нету детей, она называет свои вина своими детьми, и она именно сделала эти сорта вина, которые из Словакии, как Девин, Вах, Дунай, и она все красные вина сорта винограда называет в честь словацких рек, это как Дунай, Вах, и все белые в честь наших крепостей. Ну, вы, наверное, поняли, что я очень люблю вот винные дегустации. И если захотите, приедете, я вас обязательно могу взять вместе со мной. Я очень хорошо знаю эти винодельные. Мы делаем, я тоже делаю иногда экскурсии. То есть у нас такая, можно сказать, семейная атмосфера фирме. И вот давайте вернемся вот к этому традиционному вкусу братиславские рожки. Да, братиславские рожки – это уникальная вещь. Это вам можно купить даже в Будапеште. Когда я сейчас открылась хотя бы для россиян Будапешт, то вам можно это купить как пожони кифлик. Или вам можно это купить в Овене как Пресбург Байгел. Это старое название Братиславы – Пресбург и пожони. Ну вот пожони называют венгры до сих пор. И внутри очень уникальная начинка – это орех или мак. И это очень вкусно, и если это хорошо упаковать, у вас эти ратиславские рожки продержатся и несколько недель. И это благодаря этой начинке, потому что, ну, она сохраняет влажность, и, конечно, и тесто очень мягкое потом получается. И мы также в свое время, в 18 веке, когда этот рецепт придумали, мы это экспортировали даже в США. То есть есть очень длинная традиция у братиславского рожка. Что еще у нас в период традиционной в Братиславе можно попробовать?
Это вот это. Ну, я вам что хочу сказать. Это наш традиционный вкус в Братиславе. Эта экскурсия у нас немного отличается. Она немного другая летом, она другая зимой. Зимой, когда у нас начинается рождественская ярмарка, конечно, мы включаем все, что можно из нашего традиционного стритфуда. Это вот как, например, вот что вы видите на картинке. Это называется цыганска. Я могу сказать, что некоторых это смущает, почему цыганска, что это такое. Ну, это просто где готовят кусок свинины или курицы на гриле. Вот в булку дают кетчуп или горчицу, ну, в основном советую горчицу, пожарят лук и это мясо. Это все, это очень просто, но очень вкусно. Я знаю, что вот некоторые, которые еще кто остался, может быть, уже сам пробовал. И это очень классно. Потом у нас всегда входит локша. Локша — это картофельный такой блинчик, но он не жарится на масле, там ничего не добавляют. Просто сделать такое картофельное тесто и без масла жарят. И внутри начинка. У нас всегда можно сделать сладкую, но обычно это утиная печень. И это такой наш стритфуд, это очень подходит под вино. И всем это очень нравится. Еще, когда советую посетить Словакию, это обязательно, когда у нас проходит сбор вина, фестиваль вина, это сентябрь, это длится несколько недель, у каждого города другие выходные, свой фестиваль, и у нас можно попробовать такую штуку, которую вам обычно вот виноделие не подают, ну, это бурчак, это молодое вино. Такой типичный напиток, который все во время фестиваля выпивают. Он такой, вот видите, что еще вот у него в нем все бактерии работают, и он более сладкий, и ну, всем он очень нравится, он очень быстро поднимает настроение, но иногда можно сказать, что похмелье от него не очень. Ну, конечно, там есть очень много сахара, поэтому, ну, все натуральное. Мы в наше вино ничего не добавляем, мы просто ждем, как созревает наше вино и регулируем, например, вот холодной водой, теплой водой, вот так, ну, эти бочки, я имею в виду. Вот что еще у нас такое уникальное из гастрономии. Это у нас недалеко Братиславе находится деревня Словенский гроб или Словацкий гроб. И каждый второй дом – это ресторан. И в этом ресторане жарят гуся и утку. И подают с красной капусты локшами. Это наш гарнир, это как картофель фри для нас. Конечно, утиный суп. И есть антре, которое у нас вот локша утиная или просто утиная печень. Ну, а там очень вкусно. И там реально ездят семьями со сентября по ноябрь. Это такой главный топ-сезон. Но они уже, эти деревни, сейчас работают круглый год. И они настолько там любят этого жареного гуся, что там ему даже поставили памятник вот такого огромного гуся, и там тоже яйца находятся. Интересно, но я думаю, каким-то образом. Так, и вот так выглядит вот этот пир. У нас даже есть такая экскурсия, словацкий пир, и, конечно, к утке красное вино, а вот это все подаем нашим группам, которые решат попробовать эту экскурсию. И, конечно, гид им расскажет все про наши традиции, почему, как, про этот регион. И тоже очень успешная экскурсия. И мы много говорили про винодельни. У нас очень много видов винодельни. Есть и классические, есть и такие более в стиле модерн, то есть вот, конечно, формируются. И это одна из которых более такая современная, но я ее очень люблю, потому что кажется, чтобы вообще не в Словакии, а где-то во Флоренции, в Италии. Посмотрите сами. Это вот наши картинки, именно фотографии из нашего одного мероприятия, где вот это была, я думаю, корпоративная группа из Бельгии. И мы им там устроили дегустацию. Конечно, везде мы обеспечиваем профессионального фотографа и кеттеринг, и разные развлечения. Вот здесь, видите, мы их из крыши фоткали. Вот.
И так это выглядит. Мы не только делаем, то есть там дегустации, но делаем, например, у корпоративных групп такие активити, которые ну, более характера тимбилдинг, там похоже, и посмотрите, им можно делать, например, свое QV. Мы их делим по командам, мы каждому отдаем, они могут придумать имя своей команде, мы это или заранее распечатаем, они могут отдать свой логотип, все, ну, как захотят, и потом они сами делают, типа, свою, из красного вина свое QV, сумели это заценит, и они, можно это даже поставить, как видите, на картинке, бутылку, оставить себе эту бутылку на память. Ну, если вино совсем не получилось, мы, конечно, поставим другую бутылку. И вот они получают, вот сами могут назвать это, такие наклейки, и можно самим назвать свое вино, которое они создали. Ну, и можем оставить пиво. Пиво у нас тоже есть, очень классный новый пивной тур. Вот чем уникальный этот тур, мы начинаем в Западной Словакии, заканчиваем в Центральной Словакии, в городе Унайска, и посещаем 5 местных крафтовых пивоварней, каждый день одну, мы там пробуем пиво, изучаем весь процесс, что как делают, у нас там, конечно, и разные, мы катаемся на корабле, разные, ну, разные развлечения, но пиво это вот главная идея. И заканчиваем. Вот Урпинер — это такой известный завод, он уже побольше, это не совсем маленькая брювери, ну, крафтовая пиварня, а именно большой завод, где они все смотрят и пробуют, конечно, пиво. И это очень, я могу сказать, и словакам нравится этот тур. Что у нас дальше? Да, новые экскурсии еще вкуснее, да, мы стараемся работать с едой, нам это нравится. Мы, конечно, ездим по Словакии, и у нас есть вот это. У нас есть несколько городов в Центральной Словакии, может быть, вы знаете, может быть, нет. Мы в Словакии когда-то добывали золото и серебро. Там есть очень два уникальных, ну, несколько уникальных, ну, вот самый уникальный город — это Банская Штевница и Кремница. Кремница... Там находится самая старая фирма в Словакии, ну, я вам не буду все раскрывать. И это были шахтерские города. И вот что можно попробовать в Кремнице, там очень интересное место, это вот вы можете за всем наблюдать, это называется Кремницкая крумпля. Крумпля по-словацки, ну, на диалект, потому что в Словакии очень много диалектов, значит, картошка. То есть картошка из Кремницы, ну, это десерт. Это такой пирожок, но это, не, это только выглядит как картошка, вот вам сами можно посмотреть. Но это единственное, что это только выглядит как картошка, а на самом деле это очень вкусно, и то, что интересно, это придумали этот рецепт в конце 19 века, в начале 20 века. Это была очень известная, ну, такая семья, которая построила свою карьеру именно на этой крумпле, на этой картошке, и до сих пор они это там делают, это очень известно, и там все вот это кафе, все в стиле начала 20 века, и вы можете посмотреть, как они это делают, и потом покушать. И я вам уже показывали видео, вы все посмотрели. А помедленнее? Да, я буду стараться. Я вам могу, кстати, если хотите, всем отправить рецепты, просто оставьте мне ваши контактные данные. Я вам всем отправлю рецепты на несколько наших словацких блюд, которые вам можно потом дома сварить. Я знаю, что, например, наша Катя, я вижу, она здесь в чате, она уже пробовала готовить словацкие блюда, и у нее хорошо получалось. То есть, если... А, да, я буду помедленнее, да. Да, скажите мне, что... Где мне приостановиться, что повторить? Я вот, знаете, я решила быстро говорить, потому что я же у вас... Пока я подключилась, это заняло... Я не знаю, сколько даже времени, наверное, 40 минут.
Ну, хорошо, классно. Я вам все отправлю. Конечно, вам можно потом писать нами разные запросы. И можно еще вопрос. Вы видели видео, которое вам включала Любица, или можно попросить его снова, я его включу снова, чтобы я вам рассказала про наш новый проект. Как вам такая идея? Можно включить это всего пару минут? Да? Давайте. Надеюсь, у меня получится. Окей. Да, я вижу. Касательно этого ресторана, это совсем новый проект, который мы начали совсем недавно. Это заняло у нас много времени, но мы хотели очень уникальное место, которое будет уникальное для наших туристов, и что можем предложить, потому что мы, так как любим делать эти гастрономические туры, мы поняли, что вот много из наших туристов хочет этот мастер-класс попробовать, ну, как-то комфортно. Поэтому появилась уникальная идея, типа do it yourself, сделай сам. И вот что уникально, у нас будут и рецепты, которые чисто словацкие, то есть вы сможете попробовать сделать этот чесночный крем, суп в хлебе и разные другие словацкие блюда. Заходите в ресторан. То, что интересно, вас посадят за столик. Столик превращается в рабочий стол, где даже вот есть плита, где вы готовите. И вы получаете вот этот таблет, не вспомню сейчас, как это по-русски. И там просто картинки, видео, и вы смотрите, который рецепт вам нравится. Вам можно подобрать любое блюдо, которое вам нравится. Выбираете, показываете официанту. Официант возьмет ваш заказ и приносит вам уже ингредиенты. Ну вот как, с чего это сварит, ну это уже все понарезано, все красиво сделано. Вы уже вот включаете видео, и там пошаговый рецепт, как все что сделать. Ну это очень просто. Реально, это такие вот уникальные гурманские рецепты, которые сделаны так, что невозможно, чтобы у вас не получилось это сделать. И в конце у каждого получается так, что у вас ощущение, что вы шеф-повар. Это реально очень уникальное такое вот прям приключение, потому что вы прочувствуете кухню, эти традиции, и это очень забавно. То есть это я советую для корпоративных клубов, даже для семьи. И так как это мы можем это сделать даже для двоих, для троих, 4 человека, максимум 45 в один момент. И уже сейчас пока с опыту знаем, что людям это очень нравится, это очень интересно. И я вас приглашаю, я буду очень рада, если у вас получится
приехать в Словакию, и мы будем, надеюсь, сделать инфотур. И когда приедете, вы все попробуете это с нами приготовить, попробовать Словакию на вкус. И если у вас возникнут любые вопросы, пишите мне, можете мне, вот Любица оставляла мои данные, но я вам еще напишу. Это info@tripito.eu, как European Union, или вот моя фамилия Рабцева, как вы видели, @tripito.eu. Я вам все скину. Если вот сейчас напишите вот ваш почтовый адрес, я вам всем скину эти рецепты. Спасибо огромное за внимание. Я вам очень-очень благодарна, что вы остались на связи, и те, которые остались со мной до конца, прослушали меня и то, что предлагает наша фирма. И я надеюсь, что мы сможем вместе работать, и что вот коронавирус, он так вот уже вот стал, я думаю, что вошел в жизни нас всех, он уже так, мы все привыкаем к нему, и, наверное, уже уйдет навсегда. Но я не думаю, что уйдет, но мы привыкнем, все будет хорошо, и я не знаю вам уже, что больше сказать. Как-то фантазия закончилась, но спасибо еще раз большое-большое за внимание. Извините за задержку, и я в следующий раз мой компьютер убью прям. Спасибо еще раз, и до встречи, и я надеюсь, что мы вас сможем покормить в Словакии. Хорошо. Никола, огромное спасибо. Я уверена, что все уже готовы попробовать Словакию. Я сама соскучилась, да? Моя фигура дает знать о том, что вот ну, выросла на словацкой, на словацкой еде. Вот очень соскучилась, когда увидела галушки, должна была уходить от экрана с бринзой. Но надеюсь, что все будет нормально. Я тоже сама, я уже с декабря 2019 года не была в Словакии. Я тут с вами в Москве переживаю и проживаю все то, что есть. Но не будем о грустном. Надежда, она всегда есть. Впереди у нас еще много-много личных встреч. Я желаю всем вам, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы у вас все было хорошо в ваших семьях, чтобы у вас все было хорошо в бизнесе, чтобы у вас была возможность как можно раньше приехать в Словакию, попробовать, ощутить, увидеть, ну, все то, что Словакия предлагает, мы готовы тоже вам предложить. Я еще хочу поблагодарить Profitravel за возможность выступить на их портале с вебинарами. Огромное спасибо технической поддержке. Постарались, оно включили нам наконец-то Никол. Так что огромное спасибо. Будут вопросы, все координаты у вас. И да, как пишет Александр, перед поездкой в Словакию 3 дня ничего не есть. Это Правильно, правильно. точно. А после поездки в Словакию неделю ничего не есть, чтобы прийти в форму. Вот оно так и есть. Огромное спасибо вам. Вебинар и презентации сегодняшнего дня вместе с теми, которые были 28 в среду и 26 в понедельник, вы найдете в архиве вебинаров на ProfitRevel. Помимо того, там уже опубликованы 2 интересных статьи. Да, о словацких лечебных курортах и почему нужно включить Словакию в поездки, в маршруты гастротуристов. О том вам сегодня как раз Никола рассказывала, будет еще одна статья. И я надеюсь, что как можно раньше мы уже встретимся. Практически из глаза на глаз увидим, поговорим, наконец-то пообщаемся, естественно, соблюдая все правила, но все-таки хочется вас всех обнять и поблагодарить за то, что вы сегодня были с нами. Да, вот турбизнес, он вечен, он никуда не уходит, он всегда будет с нами и всегда будет приносить радость не только
туристам, которых мы обслуживаем в прямом смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова, но практически и для всех нас, кто в туризме работаем. Никуда не уходим, ждем того самого момента, и все начинается. Огромное спасибо, всем прекрасных выходных, и не забывайте, что Словакия – это очень хорошая идея для вашего отпуска. Всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. Любится, спасибо. Спасибо тебе, Никол. Спасибо. Всего доброго. Ты лайфсейвер. Хорошо, спасибо. Давай. Спасибо.